Чистый город, чистые дороги. В Магадане моют асфальт, даже когда идет дождь. Горожане часто видят, как спецтехника работает во время осадков и задаются вопросом, зачем? Ведь город чистит сама природа. По словам сотрудников ГЛУ, дождь помогает в уборке. Грязь размокает, лучше очищается щеткой спецтехники и смывается под плотным напором моющей машины. Своевременная мойка улиц – это не только чистота города, но и долговечность дорог, так как пыль въедается в асфальтовое покрытие и разрушает его. Дорожные рабочие не ждут плохой погоды, а трудятся каждый день, как диктует график. Каждый участок дороги, асфальтированной в городе Магадане, моется один раз в неделю. Поэтому, согласно графику, проводятся плановые работы по очистке проезжей части. Сегодня спецтехника городского предприятия ГЛУД работала по маршруту номер 4. Это улицы Советская, Речная, Колымское шоссе, Транспортное и Карла Маркса. Всего их предусмотрено 10, 5 дневных и столько же ночных. По выходным поливомоечная техника работает только в первой половине дня, по тем участкам, которые по каким-либо причинам не помыли с понедельника по пятницу.